Играй гармонь, душа России, лечи народ своим добром, не попрошайкой, а богиней, войди с надеждой в каждый дом. Напомни всем, что в жизни свято, чтоб, отряхнувшись от грехов, с тобою шли мы, как когда-то, гулять до первых петухов. И пусть от каждого куплета не устают глаза гореть, вознаградит Господь за это всех тех, кто сегодня будет петь. Я думаю, что вы еще с нами споете. Ну и как там написано? Эх, душа моя, гармошка! Глянула в окошко, да пропели соловьи, говорили, что немножко просидели до зари, говорили, что немножко просидели до зари. Эх, душа моя, гармошка, с переливом голоса, полюби меня такого, Маша русая коса. Утром на рассвете, а я Машу приглашу, и в соседнем сельсовете заявление напишу, и в соседнем сельсовете заявление напишу. Эй, душа моя, гармошка, с переливом голоса, полюби меня такого, Маша русая коса. Вся родня расцветет вокруг живое для тебя и для меня. Расцветет вокруг живое для тебя и для меня. Эй, душа моя, гармошка, с переливом голоса, полюби меня такого, Маша русая коса. А будет праздник всем на славу, столь народу собралось, чтобы пелось и плясалось, чтобы нам долго всем жилось, чтобы пелось и плясалось, чтоб нам долго всем жилось. Эй, душа моя, гармошка, переливом голоса, полюби меня такого, Маша русая коса. Эй, душа моя, гармошка, с переливом голоса, полюби меня такого, Маша русая коса. Добрый день, дорогие зрители! Мы рады вас видеть в вашем уютном зале, в вашем прекрасном городе, дорогие слобожане. Сегодня к вам в гости приехал замечательный народный коллектив «Разгуляй». Художественный руководитель, композитор и автор практически всех песен Василий Меркучев. Вы знаете, они приехали к вам издалека. Вот практически до города ехать 400 километров. Представляете, рано утром сегодня они встали. Но они с таким вдохновением сегодня будут работать на этой сцене, вы убедитесь точно. Маленькая деревня Ромаши, красивая, на берегу реки Камы. Ну как же песни не писать в такой красоте? И Василий Меркучев пишет замечательные песни. Сегодня я вам много-много буду рассказывать об этом коллективе. Но, вы знаете, говорят, соловья баснями не кормят. Давайте послушаем песню Василия Меркучева «На деревне тихо». Thank you.
далеко-далеко, за рекой широкой, ни в лесу, ни в поле, на краю земли, в старой деревушке, маленькой избушке, золотое детство спряталось вдали. В старой деревушке, маленькой избушке, золотое детство спряталось вдали. На деревне тихо, и не будет лихо, время по деревне ходит не спеша. Где-то песня льется, в сердце остается, и на части рвется русская душа. Где-то песня льется, в сердце остается, и на части рвется русская душа. Месяц за окошком, звездочки горошком, разбросал по небу, за ночь не собрать. Первые свидания, первые страдания, здесь я на баяне пробовал играть. Первые свидания, первые страдания, здесь я на баяне пробовал играть. На деревне тихо, и не будет лихо, время по деревне ходит не спеша. Где-то песня льется, сердце остается, и на части рвется русская душа. Где-то песня льется, сердце остается, и на части рвется русская душа. Где-то песня льется, сердце остается, и на части льется русская душа. Годы пролетают, словно в дымке тают. В детство я вернулся, и от счастья пьян. Кудри побелели, дети повзрослели, но поет, как прежде, старенький баян. Кудри побелели, дети повзрослели, но поет, как прежде, старенький баян. На деревне тихо, и не будет лихо, время по деревне ходит не спеша. Где-то песня льется, в сердце остается, и на части рвется русская душа. Где-то песня льется, в сердце остается, и на части рвется русская душа. Где-то песня льется, в сердце остается, и на части рвется русская душа. Дорогие друзья, была ошибочка вышла. Эта песня поет эту песню Валерий Семин. Это из его репертуара. Очень просто понравилась песня про деревню. Дорогие друзья, скажите, вот мне как-то... Я как-то и не познакомилась с вами. А давайте познакомимся. Ведь при встрече обязательно люди знакомятся, правда? Вот меня зовут Татьяна. А вас как зовут? Давайте крикните все свое имя громко. 3, 4. Ой, что-то я ничего не слышу. А давайте еще разик. 3, 4. Вот, вот, ну что-то услышала. Но дальше еще буду знакомиться индивидуально, выяснять. Здорово. Друзья мои, знаете, у нас сегодня замечательный еще праздник, да? Вербное воскресенье. Наверное, все побывали в церкви, правда? Какие же замечательные российские наши праздники, согласитесь. И вот наша матушка Россия будет всегда жива. И сейчас мы послушаем песню
о России. Песня душу радует мне в саду с утра. И проснула солнышко трелью соловья. Пробегу по полю я, по траве густой, и умоюсь радостно утренней росой. Пробегу по полю я, по траве густой, и умоюсь радостно утренней росой. Ты моя Россия, мать моя земля, ты моя Россия, сосны тополя, ты моя Россия, реки поля, ты моя Россия, родина моя. Наберу водицы я с чистого ручья, где живет соловушка, молодость моя. Зацветет черемуха, зацветет калина, зацветет кудрявая красная рябина. Зацветет черемуха, зацветет калина, зацветет кудрявая красная рябина. Ты моя Россия, мать моя земля, ты моя Россия, сосны тополя, ты моя Россия, реки поля, ты моя Россия, родина моя. Моя Россия, мать моя земля, ты моя Россия, сосны тополя, ты моя Россия, реки поля, ты моя Россия, родина моя, ты моя Россия, родина моя. Лауреат межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов ансамбль «Разгуляй» и Василий Меркучев. Он сейчас только гармошки будет менять, не перепутайте. Вы знаете, поднимите руку, пожалуйста, есть ли здесь те присутствующие, кто вырос в деревне? Вот, ну-ка, ну-ка. Ой, практически все. Братья мои, сестры мои. Да, вы знаете, конечно же, наверное, вы с гордостью, во-первых, вспоминаете свою родную деревню и с любовью всегда. Так вот, Василий Меркучев проживает в деревне, и ансамбль «Разгуляй» тоже. И вы знаете, у него очень много душевных песен именно о деревне, потому что
Ну, невозможно про деревню не говорить, невозможно не петь. И сейчас послушайте, пожалуйста, песню «Родная деревенька». Да, одна из моих первых песен в моем творчестве. За окошком светит белый огонек, и мороз все кости ломит, а по дому бродит легкий ветерок, знать уж постарел наш домик. Ты моя родная деревенька, детство босоногое мое, поживи со мною ты маленько, красотой порадуй нас еще. Милая родная деревенька, счастье босоногое мое, поживи со мною ты маленько, красотой порадуй нас еще. Снегом заметает рядышком дома, стало никому приглядывать. Уезжают дети наши в города, кто теперь нас будет баловать? Ты моя родная деревенька, детство босоногое мое, поживи со мною ты маленько, красотой порадуй нас еще. Милая родная деревенька, счастье босоногое мое, поживи со мною ты маленько, красотой порадуй нас еще. Стареть, моя деревня, ты мне сердцу очень дорога. Попрошу батюшки я милого помолиться Богу за тебя. Ты моя родная деревенька, детство босоногое мое, поживи со мною ты маленько, красотой порадуй нас еще. Милая родная деревенька, счастье босоногое мое, поживи со мною ты маленько, красотой порадуй нас еще. Ансамбль «Разгуляй», отдохните немножечко. А вы знаете, а я вам пока расскажу одну историю. Вот как я познакомилась с ансамблем «Разгуляй». Это было 3 года назад. Мы ехали на конкурс в Крым, в город Алушта. Едем в поезде, я со своей солисткой, и слышим, вот хохочут и хохочут, и поют и хохочут. Ну, нам стало интересно, да кто же это так поет-то здорово? Ехали рядом в купе, послушали, пошли, познакомились. Оказалось, ансамбль «Разгуляй» тоже едет на всероссийский конкурс. И вот 3 года мы уже с ними дружим. Ездим к ним в Афанасьевский район, в деревню Ромаши, поем вместе и гастролируем вместе. И вы знаете, я хочу сейчас вас познакомить с одной девочкой, которая нас, в принципе, и познакомила. Смелая такая, пошла и говорит, это кто это там так хорошо поет? Так, вы знаете, это Анастасия Калиниченко, которая к вам приехала из Оричей. Девочка
поет с самого детства. Она является лауреатом всероссийских, международных и многих-многих других конкурсов. А самое главное, она участница телевизионного конкурса. Конкурс «Жара». Русская «Жара», по-моему, да? И вот вы, скорее всего, ее точно видели по телевидению. Она выступала с песней, написанной специально для нее Василием Меркучевым. Называется она «Зимушка». Ну, зима у нас кончилась, слава богу. Пришла весна, и скоро совсем на полях появятся цветы. И сегодня Анастасия споет вам песню, которая называется «Цветики цветоцки». Вятская народная песня. Встречайте! Анастасия Калиниченко! Цветики цветоцки, лазоревы мои, ой, что же вы, цветочки, невесело цвели? Что же вы, цветочки, невесело цвели? Ой, или вам, цветочки, дожди пали малы? Вам, цветоцки, дожди пали малы, ой, лютые морозики, шибко студены, лютые морозики, шибко студены, ой, на эти морозики выпал белый снег, на эти морозики выпал белый снег, ой, темную осенью морозную ночь, в темную осенью. Дал мне со миленьким подоле постоять, ой, тайных забавных речей поговорить. Цветики цветоцки, лазоревы мои, ой, что же вы, цветоцки, невесело цвели? Анастасия Калиниченко. Но она сегодня еще будет, друзья, петь. Настя, Настя, подойди, пожалуйста, тебе цветы принесли. Вот какие благодарные зрители. Она сегодня еще будет петь. Вы знаете, вообще Василий Меркучев пишет очень много песен и для детей, и для взрослых. Василия Меркучева и ансамбль «Разгуляй» знает уже вся матушка Россия. Потому что его песни исполняют очень многие коллективы. Я знаю, что и здесь, в Слободском, тоже исполняют его песни. И потому что невозможно их не исполнять, потому что они душевные, потому что он живет песней. И, знаете, наверное, ну нет таких композиторов, которые вот так бы трепетно относились к песням, к родной земле, к своей деревне, к своему Афанасьевскому району,
к нашей матушке России. И я уверена, что совсем скоро вы его увидите на Первом канале. Ну а сейчас ансамбль «Разгуляй» исполнит для вас песню «Наступило время». Ну, я думаю, что эта песня актуальна нашему времени сегодня. Готовы, ребята, да? Поехали. Наступило время, стало трудно жить. Наступило время головы сложить. Я восстану, братцы, за Россию мать. Да со злою силою стану воевать. Я восстану, братцы, за Россию мать. Да со злою силою стану воевать. Долго в небе кружит ворон надо мной, а не взять ли хочет он меня с собой? А не стать ли птицей мне, облететь везде, да на крыльях мудрости принести ответ? А не стать ли птицей мне, пролететь весь свет, да на крыльях мудрости принести ответ? Белым лебедем поднимусь я ввысь, а коль надо зверем стать, обернусь я в рысь. Стану вашим ангелом мира и добра, чтоб Россия, матушка, счастье берегла. Стану вашим ангелом мира и добра, Россия, матушка, счастье сберегла. За Россию, матушку, за Россию, мать, за Россию, матушку, за Россию, мать, за Россию, матушку. Ну, за Россию, матушку, аплодисменты-то должны быть. О, какие! Вот. Вы знаете, вот у меня к вам вопрос. Скажите, как вы думаете, а кто Василия Меркучева вдохновляет вот писать такие замечательные песни? То деревня? Ну, конечно, да, выйдет на берег Камы, сядет и пишет, сочиняет. Ага. Ну, а еще? Матушка. Конечно, природа. Жена. Конечно, жена. И она здесь присутствует. Алевтина Меркучева. Конечно, от нее тоже много зависит. Но знаете, как трудно с композитором жить. Да ведь, Алевтина Дорофеевна? Вот так вот. Вы знаете, конечно, она вдохновляет. Конечно, вдохновляет наша русская природа. И сейчас ансамбль «Разгуляй» для вас исполнит песню, которая называется «А под небом голубым деревня».
речка, вот и мостик, деревенька. Утром ранним по тропиночке лесной, через поле напрямик на свидание, я спешу повстречаться с тобой. Через поле напрямик на свидание, я спешу повстречаться с тобой. А под небом голубым деревня, а вокруг такая красота. Дыхаю вместе с воздухом мгновенья, горжусь, что здесь родился я. Красные просторы, какие здесь привольные поля. Все мое любимое, родное, то, что есть на свете у меня. Все мое любимое, родное, то, что есть на свете у меня. А под небом голубым деревня, а вокруг такая красота. Горжусь, что здесь родился я. Люблю, как балалаечка играет, люблю, когда гармошечка поет, и голосом мне душу согреваю, родимая сторонушка зовет. Согреваю, родимая сторонушка зовет. А под небом голубым деревня, а вокруг такая красота. Дыхаю вместе с воздухом мгновенья, горжусь, что здесь родился я. Деревеньке, далеко в лесной глуши, детство босоногое и юность мы с тобой когда-то провели. Детство босоногое и юность мы с тобой когда-то провели. А под небом голубым деревня, а вокруг такая красота. Дыхаю вместе с воздухом мгновенья, горжусь, что здесь родился я. А под небом голубым деревня, а вокруг такая красота. Дыхаю вместе с воздухом мгновенья, горжусь, что здесь родился я. Спасибо, ансамбль «Разгуляй». Вы знаете, мне вас еще сегодня с одной девочкой хочется познакомить. Эта девочка пришла петь рано-рано, с детского сада буквально пела. Но сейчас она уже выросла. Я помню, она еще на коленочках у меня сидела. Мы занимались и пели колыбельные песенки, маленькие потешки. Сейчас эта девушка уже лауреат многих-многих международных всероссийских конкурсов. Живет она в Ленгасово, а покорила она и российские города, и съездила за рубеж в город Прагу, где была лауреатом первой степени. Есть у нее звание, она получила звание «Лучшая певица города Кирова». Также она выступает на телевизионных различных конкурсах. Знакомьтесь, Валентина Наумова. А исполнит она песню «Девичья воля». Ой, девичья воля, ой, золотая. Скоро, ой, правда.
пришли сватать, сват немилый, ой, да не отдавай, батя родимой, ой, да попрошу я батю разочек. Оставь, батя, уй, на годочек. Ой, ты, мама, ой, будешь тужить, ой, да за ними. Девичья воля, ой, золотая, ой, да она скоро, ой, пролетая. Валентина Наумова. Но она сегодня еще будет петь. Вы знаете, вот сейчас ансамбль «Разгуляй», вернее, Василий Меркучев буквально недавно ездил на конкурс. Василий Петрович, куда ездили? То идите ко мне, идите сюда. Давайте мы его поприветствуем. На какой конкурс-то расскажите? Вот последний-то был. Куда вы ездили? Куда? Когда? Ну вот, вот на дне, вот недавно вы, две недельки. А ездил к друзьям. Да куда? В Красноборск, город. Кот. Вот. А до этого на какой конкурс? Гул немножко есть. Знаете, он уже запутался, потому что он практически каждую неделю куда-то едет. Диана Левтина Дорофеевна, я правильно говорю? Ага, представляете, денег-то сколько надо. Да ладно. Вот. А он и хлебом не корми, дай попеть. Итак, сейчас перед вами выступает солистка, которая, вы знаете, у нее такой голос, что вы залюбуетесь. Валентина Харина. А песня называется «Под мостом река бежит». Кто знает, подпевайте. Спать мешают петухи и лесные девички. Мама, мама, так нельзя. На лугу грустят сейчас мокрые березы, а у счастья про запас есть еще и слезы. Я дождиночки ловлю жаркою ладошей. Мама, если я люблю, значит он хороший.
хороший. Мама, если я люблю, значит он хороший. Мама, если я люблю, значит он хороший. Валентина Харина! Валентина Харина! Ансамбль «Разгуляй». Валентина Харина, солистка ансамбля «Разгуляй». Ну вот смотрите, сколько у Василия Петровича гармонии, он только их меняет все, да? Да нет, это еще не все. Да я знаю, я только хотела сказать, что дома еще 5 штук есть. Но, вы знаете, Василий Петрович, он не только на гармонии играет, он играет на различных инструментах. Вот тут вот капитально вспомнил, что в молодости... А вообще-то он молодой. Играл на гитаре. И сейчас он исключительно здорово играет на гитаре, на других инструментах, ну, конечно, и на нервах. Мне это естественно. Так расхваливают. Ансамбль «Разгуляй». Дорогие друзья, правда так расхваливают. А я вот раньше говорил, правда, вот я на гармошке научился играть 30 лет. Вот. Сейчас еще, конечно, совсем молодой. Года-то не растут, а убывают. В общем, я раньше говорил, у непутевого гармониста морда краснеет и пальцы не имеют. Или что там, я уже говорил, я забыл уже, что я говорил. Ну, видите, какой красный, да? Ну что, играй моя гармонь! Играй моя гармонь! Поет моя гармонь! Сяду на завалинку, чуть голову склоня, вспомню свою мамоньку, скормила, что меня. Мамонька да Ярочка, папка тракторист, с любимою гармошкою я у них артист. Мамонька да Ярочка, папка тракторист, с любимою гармошкою я у них артист. Да-ра-да, весела, поет моя гармонь, эх-ха! Песнею веселой зажгла в сердцах огонь. Все лучшее на свете ты подарила мне, звезды, что на небе, пусть горят тебе. Не старься, моя мамонька, папка, не старей. За мамоньку, за папоньку, за травицы налей. Не старься, моя мамонька, папка, не старей. За мамоньку, за папоньку, за травицы налей. В городах и селах поет моя гармонь. Часики торопятся, бегут года быстрей. Юность не воротится, спрятаться за ней. Постарела мамонька, папка тракторист, с любимою гармошкою я уже артист. Постарела мамонька, папка тракторист, с любимою гармошкою я уже артист. В городах и селах поет моя гармония, песнею веселой зажгла в сердцах огонь. В
Василий Меркучев, ансамбль «Разгуляй». Вот я смотрю, в зале очень много женщин. И явно они, конечно, все мамочки. И Василий Петрович написал замечательную песню, которая так и называется «Мамочка». Сейчас настроимся. Снова за окошком дожди проливные, снова за окошком сирень расцвела. Мама, мама, мамочка моя, дорогая, я хочу, чтоб ты долго жила. Мама, мама, мамочка моя, дорогая, я хочу, чтоб ты долго жила. А за деревенькой костер догорает, а на деревеньке погасли огни. Мама, мама, мамочка моя, дорогая, ты покрепче меня обними. Мама, мама, мамочка моя, дорогая, ты покрепче меня обними. И куда б нас судьба не бросала, и куда б нас судьба не вела, мама, мама, мамочка моя, дорогая, ты такая на свете одна. Мама, мама, мамочка моя, дорогая, ты такая на свете одна. Знаю, доброе утро настанет, под окном запоет соловей. Мама, мама, мамочка моя, дорогая, поцелуй ты меня поскорей. Мама, мама, мамочка моя, дорогая, поцелуй ты меня поскорей. Снова за окошком дожди проливные, снова за окошком сирень расцвела. Мама, мама, мамочка моя, дорогая, я хочу, чтоб ты долго жила. Мама, мама, мамочка моя, дорогая, я хочу, чтоб ты долго жила. Дорогие мамочки, живите долго-долго. Но, вы знаете, Василий Меркучев пишет разнохарактерные песни. Мне, например, очень нравится песня, я уверена, и вам понравится. Песня называется «Годики». Тогда мне было всех больней, в
провожала в армию я сына. А зачем вы гоните и уходите, оставляя в жизни теплый след? Душу мою прошлое уморите, далеко с собой на много лет. А зачем вы годики уходите, оставляя в жизни теплый след? Душу мою прошлое уморите, далеко с собой на много лет. Мой родной, знай, тебя дождется твоя мама. Пусть гордится родина тобой, как гордилась Марья за Ивана. А зачем вы гоните и уходите, оставляя в жизни теплый след? Душу мою прошлое уводите, далеко с собой на много лет. А зачем вы гоните и уходите, оставляя в жизни теплый след? Душу мою прошлое уводите, далеко с собой на много лет. Материнским домом жить призвание и любить и чувствовать всегда, даже на большие расстояния. А зачем вы годики уходите, оставляя в жизни теплый след? Душу мою прошлое уводите, далеко с собой на много лет. А зачем вы годики уходите, оставляя в жизни теплый след? Душу мою прошлое уводите, далеко с собой на много лет. Далеко с собой на много лет. Далеко с собой на много лет. Ансамбль «Разгуляй». Ах, зачем вы, годики, уходите? Но, дорогие друзья, ведь уже наступила весна. И я думаю, что сейчас все расцветет, и про годики мы думать уже не будем. И вы знаете, вот эту песню Василий Меркучев, следующую песню, которая называется «Про весну», я думаю, сейчас поднимет вам настроение. И один секретик хочу рассказать. У Василия Меркуча и Алевтины Дорофеевны два сына. А дочки-то нет. Вот как же это так несправедливо? Но он завел творческую дочку. У него есть дочка.ру. А это Анастасия Калиниченко, для которой он пишет песни. Итак, встречайте, песня «Про весну» и Анастасия Калиниченко. Солнечный денек, березка свои ветви распустила. Как красиво скворушка поет, весна красна свои права вступила. Как красиво скворушка поет, весна красна свои права вступила. Уже давно бегут ручьи, прилетают с юга птицы, а на продали так давно уже грачи. И лучик солнца с неба пусть мчится, и лучик солнца с неба пусть мчится. Ушли зимы
теплом своим нас греет. В роще сильнеют тополя, с весной станет на душе светлее. В роще сильнеют тополя, с весной станет на душе светлее. Уже давно бегут ручьи, и прилетают с юга птицы, а на братане так давно уже грачи. И лучик солнца с неба гость мчится, и лучик солнца с неба гость мчится. Уже давно бегут ручьи, и прилетают с юга птицы, а на братане так давно уже грачи. И лучик солнца с неба гость мчится, и лучик солнца с неба гость мчится. Браво! Браво, Настенька! Молодец, экспромт. Анастасия Калиниченко и ансамбль «Разгуляй». Ну, а сейчас я хочу вас познакомить еще с одной группой. Вы знаете, два молодых человека. Один играет на балалайке. Иван Есипов. Второй играет на баяне. Это Александр Шалаев. И хочу похвастаться. Вы знаете, в городе Москва на международном конкурсе они были... А там участвовало очень много музыкантов. Они были признаны лучшими музыкантами нашей Вятки. И вот после этого конкурса они поехали вместе с Валентиной Наумовой в город Прагу, Чехия. Слушайте песню, которая называется «Поиграй-ка, Ваня, розочка». Валентина Наумова! Не единого спасибо.
Как-то, я смотрю, загрустили, вы тут навели тоски. А давайте-ка немножко повеселимся. Вы знаете, у нас в зале разрешается и топать, и хлопать, и плясать. Давайте-ка, Валя, зажги немножко. Итак, слушаем. Разнесуха! Разнесуху мне плясать, нынче не в новинку, никому не удержать девчонку Валентинку. У меня девчушки на душе веснушки, с ними я такая всегда заводная. Она в учебе удела, но когда мне надо, пляшу я до упаду. Али-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 ли. Али-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 ли. Опа! Ай-ай-ай-ай-ай! Захотелось одному со мной потягаться, только три частушки спел, дабы заикаться. Пляши и дыши, губами ворочи, а на прибаски твои, а у меня нет мочи. Тундри, 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 тунда-да. Тундри, 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 тунда-да. Ай, 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 ай. Али-ли-ли. Везли глазами, давай, Слободской, шевели ногами. Ай, 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 ай. Али-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 ли. Али-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 ли. Опа! Ай, 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 ай. Все! Валентина Наумова, Иван Есипов, Александр Шалаев. Спасибо, Валечка. Ну, вы немножко топали ногами или нет? Мне не видно было. Топали? Молодцы. Дело, значит, пошло. Ну, теперь давайте-ка скажите мне, девчонки, мне как вас плохо видно, вот страдали вы когда-нибудь, когда любили-то по молодости? Бывало, да, страдали. Ой, а я как страдала. До сих пор страдаю. Вот сейчас мы послушаем «Рамоновские страдания». Исполняет Анастасия Калиниченко. Участница многих-многих телевизионных программ. Встречаем Анастасия Калиниченко. По дому, а по мальчику.
Анастасия Калиниченко. Вы знаете, друзья, сейчас я говорю с гордостью и с содроганием в горле. Я лично знакома с вашим земляком, композитором Гарри Нисовичем. Ну-ка, кто фамилию знает? Еще громче? Конечно! Вы знаете, в 1994 году мы с ним познакомились, он к нам приезжал в Ленгасово, рассказывал о своем творчестве и подарил мне сборник, который мы буквально перепели весь. И сегодня Настя споет вам песню Гарри Цыпукова «Вятская гармошка». На гулянье девчонки как огонь дробили каблучками под вятскую гармонь. А гармонист кудрявый, хорошенький такой, на личиках красивый, а взглядом озорной. Гармошка наша вятская, поешь среди лесов, твой голос душевнее, теплее всяких слов. Гармошечка певучая, что с вятских берегов, недаром заслужила ты признанье и любовь. Сейчас все телефоны, компьютеры кругом, под вятскую гармошку, как прежде мы поем. Гармошка расписная, подруженька моя, и нежность, и веселье в ней русская душа. Гармошка наша вятская, поешь среди лесов, твой голос задушевнее, теплее всяких слов. Гармошечка певучая, что с вятских берегов, недаром заслужила ты признанье и любовь. На свадьбе и гулянье гармошечке почет, и парень на свидание с собой ее берет. Печалится подружке, парнишка не дает под вятскую гармошку ей про любовь поет. Гармошка наша вятская, поешь среди лесов, твой голос задушевнее, теплее всяких слов. Гармошечка певучая, что с вятских берегов, недаром заслужила ты признанье и любовь. А певучая, что с вятских берегов, недаром заслужила ты признанье. Спасибо, Настенька. Спасибо вашему композитору. Спасибо вашему земляку. Мы многие песни его исполняем. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что вы уже соскучились по нашему замечательному ансамблю «Разгуляй». Давайте мы их позовем. Вот они очень много гастролируют, правда. Их знает уже, ну, практически вся Россия. И невозможно просто этот ансамбль не полюбить, потому что они все очень любят русскую песню. И самое главное, исполняют песни
и различных композиторов, и, конечно, песни Василия Меркучева. Но сейчас вы послушаете песню не Василия Меркучева. Называется она «Где же ты, Калина?» Подпеваем! От дней ночи песни соловьиной, от ревели грозы, слезы высохли мои. Эта девчонка, что мечтала о любви. Пробежали вёрчи, пролетели зимы, было дождь гляни, разлук холодный лёд. Только вновь калина, только вновь рябина, на ветру качается и нашей встречи ждёт. Только вновь калина, только вновь рябина, ветру качается и нашей встречи ждет. Браво, ансамбль «Разгуляй!» Дорогие друзья, вот вы знаете, вот девчонки плясали, по-моему, да, сейчас? Молодцы. А вот у нас еще можно на концерте подпевать. Пожалуйста, подпевайте нам. Мы будем очень рады. Причем эту песню вы знаете точно. Песня называется «Агроном». Поем вместе с нами. Выходил на поля молодой.
люблю тебя всей русской душой. Хороша земля, мой край дорогой. Люблю тебя всей русской душой. Люблю тебя всей русской душой. Ну, я слышала, там подпевали девчонки. Вы вообще молодцы, зажигали хорошо. Подпевали? Зажигалочки. Молодцы. Но я же знаю, у вас же здесь при Доме культуры есть коллектив замечательный, который носит высокое звание хор имени Цыбукова. Так ведь? Вот. Ну, давайте сейчас еще одну песню споем, которая называется «Калина». Ну, вы знаете, «Калину» споем? Да, да, поспокойно. Будете подпевать? Обязательно. Договорились. Давайте, давайте веселитесь. Вместе. Весна, праздник. Мы специально такие песни взяли, чтобы попеть с вами. Да. Да, да, за 400 километров ехали. Да. Чтобы с вами попеть. Правда, правда. Нам очень хочется. Мы уже устали. Запинаться стали. Поехали, ребята. Тонкий веток не ломаю,
причина радости. Ведь цветы светит калина. Ты цвети на радость всем. Браво! Спасибо вам большое. Ну, я слышала, спасибо как вам вы огромное. Подпевали. Да, подпевали, да, правда, Василий Петрович? Вот, вы знаете... Эти мужики, они такие, то позовут, то это, то полюбят, то разлюбят, да. Вот у нас, у меня вопрос к вам. Есть ли у вас девушки незамужние? А? В Слободском-то есть или нет? Есть! А все, я ведь не зря спрашиваю. Все дело в том, что в коллективе ансамбля «Разгуляй» есть один мальчик красивый, который еще не женатый. Знакомьтесь, Станислав Гордин. Бас-балалайка. А знаете, как он много зарабатывает? Он работает в лесу, рубит деревья. И заработки-то хорошие, да, Стас? Правильно я говорю? Ну, если топора нет, то берет с собой гитару. Так, еще у нас есть один. У нас за ударной установкой... У нас Трушников. Иван Трушников. Ванчик-барабанщик. Ага, Вася-барабанщик. Но он то женат, то не женат. Так что, девчонки, берем. То женат, то не женат. Ага. Ну вот, вы знаете, я еще хочу секретик один вам открыть. Стоим мы сейчас за кулисами, а Василий мне и говорит, Петрович, говорит, слушай, что-то я надумал, что два сына. Есть дочка.ру, Настя Калиниченко. Пожалуй, удочерю я и Вальку Наумову. И вторую возьму. Вторая будет 2.ру. 2.ру. Правильно говорю? 2.ру. 2.ру. Вот так. Поэтому встречайте. Как все трудно. Василий Петрович написал для второй дочки.ру песню замечательную. «Девчоночка хороша». Поехали! На лесной поляночке мерцает огонек. Там сидит на лавочке знакомый паренек. Небо полно звездами, ночка благодать. Хочется сердечко за милого отдать. Небо полно звездами, ночка благодать. Хочется сердечко за милого отдать. Возрождайтесь, деревни и села, разгуляйся по полной душа. По дороге пойдут новоселы. Эй, девчоночка, я хороша. Играет балалаечка нежный голосок. Засияло солнышко в небе высоко. Про любовь поет. Разгулялась душа, веселись народ. А соловей на веточке про любовь поет. Возрождайтесь, деревни и села, разгуляйся по полной душа. По дороге пойдут новоселы. Эй, девчоночка, я хороша. Шишка поет, поле за околицу
спешу, заплету я волосы в длинную косу, а на свидание к Ванечке вечерком спешу. Возрождайтесь, деревни и села, разгуляйся по полной душа, по дорогам пойдут новоселы. Эх, девчоночка, я хороша. Возрождайтесь, деревни и села, разгуляйся по полной душа, по дорогам пойдут новоселы. Эх, девчоночка, я хороша. Валентина Наумова. Тоже экспромт. Аплодисменты. Но у нас все девчоночки хороши, правда, Василий Петрович? Все хороши. Ну, а сейчас я вам предлагаю песню, которую написал Василий Петрович, и слова, и музыка. «Русская душа». Мы вятские ребята, нигде не пропадем, огороды спашем, сено уберем, а накопим денег, съездим на юга, где еще не пела русская душа. Уедем за синее море, хочется мир повидать, с собою возьмем гармонии, будем там петь и плясать. С собою возьмем гармонии, будем там петь и плясать. Русская деревня, любимая моя, ты нас утром радуешь трелью соловья. Парень деревенский с открытою душой, он пройдет по улице с песней озорной. Уедем за синее море, хочется мир повидать. С собою возьмем гармонии, будем там петь и плясать. С собою возьмем гармонии, будем там петь и плясать. Приезжайте в гости, милые друзья, где гуляют песни с ночи до утра. Запоет гармошка, душу веселя, и проснется радость в сердце у тебя. Уедем за синее море, хочется мир повидать. С собою возьмем гармонии, будем там петь и плясать. С собою возьмем гармонии, будем там петь и плясать. Hey! Вятскому народу любовь и красоту, счастье и здоровья, успехов, доброту. Пусть над нашей Вяткой светится звезда, ты лучшая на свете, родина моя. Уедем за синее море, хочется мир повидать. С собою возьмем гармонии, будем там петь и плясать. С собою возьмем гармонии, будем там петь и плясать. За синее море хочется мир повидать. С собою возьмем гармонии, будем там петь и плясать. С собою возьмем гармонии, будем там петь и плясать.
Василий Меркучев. Ансамбль «Разгуляй». Валентина Харина. Наша ведущая. Валентина Наумова. Анастасия Калиниченко. Алевтина Меркучева. Иван Есипов. Иван Трушников. И не женатый, имейте в виду. Станислав Гордин. Дорогие друзья, и наша ведущая Татьяна Захарищева. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за ваши теплые аплодисменты. Спасибо за ваши улыбки. Спасибо за то, что вы провели сегодня такой замечательный день вместе с нами, с ансамблем «Разгуляй». Мы желаем вам крепкого здоровья, благополучия семейного и, конечно, весеннего настроения. До свидания. Наш концерт окончен. Будем все счастливы сегодня. Вместе с нами и вместе с вами. Хорошо? Давайте, счастлив я. Поехали, счастлив я. Сейчас будем вспоминать песню. Вместе с вами. Вы обещали, что будете плясать, да? Все, я смотрю, наблюдаю. А ну давай-ка с чистой душой будем дарить только радость. Настежь душе свои двери открой, чтоб злости на грамм не осталось. А ну давай-ка с чистой душой будем дарить только радость. Настежь душе свои двери открой, чтоб злости на грамм не осталось. Вышел однажды в деревню с утра, солнце так ярко светит. Как хорошо мне было тогда, хотелось обнять всех на свете. И растянул я гармошки меха, ты мне в ответ улыбнулась. Птицы запели во все голоса, что-то в душе шевельнулось. А ну давай-ка с чистой душой, молодцы! Я подарю тебе, милая, все дорогое на свете. Пусть над твоей деревенькою солнце яркое светит. Пусть прилетит к тебе издалека ангел удачи и счастья, а заберут за собой облака все былые ненастья. А ну давай-ка с чистой душой будем дарить только радость. Настежь душе свои двери открой, чтоб злости на грамм не осталось. А ну давай-ка с чистой душой будем дарить только радость. Настежь душе свои двери открой, чтоб злости на грамм не осталось. А ну давай-ка с чистой душой будем дарить только радость. Настежь душе свои двери открой, чтоб злости на грамм не осталось. А ну давай-ка с чистой душой будем дарить только радость. Настежь душе свои двери открой, чтоб злости на грамм не осталось.
Браво, спасибо большое. До новых встреч, дорогие друзья.